Всем привет! Мы идем на пляж. Мы сейчас в Марбелле отдыхаем. Вот сегодня наш последний день, к сожалению. Ну и к счастью, потому что мы завтра вернемся в Барселону. Вот. И там у нас куча дел. И пока все. Следующее видео на пляже. Помните, я сказала, что следующее видео будет на пляже? Нет. Потому что мы идем за полотенцами, мы забыли полотенце взять на пляж. Я вам сейчас что-то покажу красивое. Смотрите, здесь такая испанская плитка в подъезде. Это во всех испанских старых домах вот такая вот плиточка. Правда, клёво? Да. Мы на пляже. Наконец-то дошли. Ну, с полотенцами. Так, что я хотела рассказать. Да, что мы будем сегодня делать? Сегодня наш последний день, и так совпало, что сегодня у Димы мамы день рождения. Да. Мы сегодня будем покупать ей торт. И мы уже купили ей... Как это называется? Ну, такие штучки, там, где написано «Feliz cumpleaños». И свечки купили. Вот. И, в общем-то, больше нам ничего не надо покупать. Торт. И подарок мы уже ей купили. Остался только торт. Вот. Ну, собственно, все. Нет, нам еще нужно купить билет в аэропорт завтра на автобус. Да, нам нужно съездить на автовокзал. Можно, конечно, это сделать через интернет. Но почему мы не делаем это через интернет? Потому что мы хотим пройтись. Потому что мы хотим пройтись и еще там старый город посмотреть, там очень красиво. И что еще? Ничего, завтра мы будем. Какие-то попутные дела будут возникать. Не знаю. Да. Больше никаких планов нету. Мы решили снова взять вот эти штуки, покататься на них. Я не знаю, как они называются полностью. Там как-то таблос, да, что-то там. Но вид спорта такой называется сабсерфинг или саббординг. Сейчас Катька будет покорять волны, наверное. Эта штука выглядит как борт. Вот. Но только, ну, борт для серфинга, но только намного больше. Удовольствие, конечно, не дешевое, я не знаю, сколько стоит сама эта доска, но аренда на час стоит 10 евро, по крайней мере, здесь, в Марбелле. Успех! Где этот? Где он жужжит? А, вот ты где, маленький. Жучок. Жучок. Маленький жучок. Это пляж в Марбелле. На самом деле он очень большой. Это только кусочек. Тут жили наши родители. Это вон спасатель сидит. И мы только что, буквально 2 минуты назад, мы слезли с этих досок. Вот, и прикольно покатались, мы с Димой дурачились много. Да, только очень сильно большое течение, и нас прибывало нас постоянно. Сносило постоянно, да, нас в разные стороны. Вот. Ну, в общем-то, было прикольно. Ну, вот просто плавать, мы уже 4-й раз берем, да? 4-й раз плавать уже не очень интересно. А интересно подурачиться, мы пытались там встать вдвоем на одну доску, но, естественно, у нас ничего не вышло. Да, ну, у меня, главное, у меня как-то получалось вставать, а Дима, когда начинал вставать, сильно шатало, да? Оно расшатывало сильно доску, и я уже падала, и все. Вот. Такие дела. У него у тебя такой ежик. Я тоже тут, конечно, не с вечерней прической. Ладно. Мы отдыхали. А тут мы приплыли. Прикиньте. Что-то мы здоровы, это же далеко где-то было. Такие дела.
И сейчас я достала из холодильника такой фрукт. Я не помню, как он называется. И он был зеленый, но он потемнел. Вот. Да, выглядит он так. У него такие большие красивые косточки. Вот. И на вкус он напоминает йогурт, но он жирный, как манго. Такой мясистый. Вот. Но очень вкусный. Но он вот когда переспеет, он уже сладкий сильно. Вот сейчас он уже, наверное, переспел, и он сладкий. Я его половину съела. И аж во рту аж сладость. Мы сейчас идем моей маме за подарком. Мы будем хотим купить торт прикольный. Тортом. А? За тортом. Да, за тортом. И как раз. За тортом. За тортом. И как раз покажем, какие у них прикольные кондитерские, что их так можно назвать. Мы думаем взять вот такой. Это стоит 20 евро, да? Примерно, да, нам говорили. Нам так его красивенько упаковали. Да. Тот, который я показывал, тот и купили чизкейк. Это оказался чизкейк. Да. Не настоящие цветы, оказывается. Хотя они очень похожи на настоящие. Покажи, который нам так понравился. Мне понравился. Это все не настоящие. Все... Мы в торговом центре выбираем цветы для мамы на день рождения. И вот очень вот прикольный цветочек. Этот маленький, но он стоит 11 евро. Вообще здесь очень прикольные цветы, красивые. Даже мне, человеку, который не нравится цветы, здесь старается. И ценники здесь большие. Тот стоит 49. Мы зашли в какой-то обувной магазин. Здесь была распродажа, и Катя купила вот такие... Это что, кеды? Это кеды, да. Кеды. За сколько? За 5 евро. За 5 евро, да, это распродажа. И один размер остался, и это ее. Вот так. Фэшн пятка. Очень красиво вылазит пятка. Печалич. Почему у меня не 36 размера? И в общем, тут такая штука. Попали мы на распродажу. Вообще вся обувь тут до 15 евро. Я вот только что купила две пары, одни кожаные босоножки и одни кеды, такие на каждый день, ну, не такие, но можно носить. Вот, и я заплатила за все 18 евро, почти 18 евро. Вот, магазин называется Maripass, я так понимаю, что он закрывается, поэтому тут такие распродажи. В общем-то все, вон, видите, там по 5 евро, это 6 евро, считайте. Ну, прикольно. И Дима выбрал себе такую клевую тетрадку О'Нил, очень прикольную, а я не могу определиться. Тут есть какие-то куча папок, вот блокноты, но я не знаю, мне что-то все не нравится, оно все какое-то детское, а то, что не детское,
некрасивое. А я люблю, когда все красиво. Тут куча всего. Очень много всего. Дима, тебе так повезло. У них здесь вообще тетрадок нет. Здесь только вот такие вот блокноты. Вообще тетрадок обычных. Да, реально. Мы не заметили, тут вот такие вот такого типа блокнота, и все. Ну. Но они, наверное, нам и не нужны будут. Это реально неудобно. Я это поняла на 4-м курсе университета. Эх, ладненько. Наклейки детские. Блин, детям тут вообще рай. Честное слово. Я тут с ума сошла, если бы я была ребенком и жила в Испании. Ола Мадрид, календарики, бумажечки, записочки. Это всего лишь в Ашане, а что там в каких-то клевых магазинах. Ладно, пошлите. Пошли дальше. В испанском супермаркете в Ашане есть такая хрень, которая делает хот-доги. Запихивает булку сосиск. А еще нет, это выколупывает черепашку. Еще есть хрень, которая выколупывает семечки из помидор. Абсолютно бесполезная штука. Фритюрниц, а это что такое? Потом... А, это, наверное, насадки на этот выколупыватель. Да, еще куча насадок. Фритюрницы. А еще... А где мы видели там, где жарится? Для картошки фри, какая-то фигня. Это фритюрница. Да, как это называется? Да, вот это они все и есть. 50 евро все стоит. Какие-то модные эти... Как их лоточки. Называют? Лоточки, да. Не знаю, даже что это такое. Наша любимая тема – кофемашинки. Здесь такая яркая стоит 69 евро. Там есть такая еще розовая 40. Ну, в общем, такое вот все разное. Когда-нибудь купим себе кофемашинку, но не сейчас. Робот-пылесос. Это величайшее изобретение человечества. Робот-пылесос. Он автоматически ездит и убирает мусор. Почему? Они, конечно, дорогущие. Самый дорогой. Он как-то отличается от вот этого, например? Внешне вообще не отличается, он, наверное, также выполняет свою функцию, но он почему-то дороже. Мы там в чудесной лавке снимали цветы, вот. И там орхидея стоила, я не помню, около 20 евро, а здесь 7. Вот это накрутка, вот это я понимаю. Разводяне. 7 евро цветочек стоит. И ничуть не хуже. Горшочек только менее красивый. Но горшочек это не проблема вообще. Это сад и огород отдел. Великий. Нужная штука. А мы на остановке. Ждем автобуса. Мы купили цветок маме. Я не люблю обрезанные цветы. Я уже говорила, я не люблю букеты. И я люблю живые цветы. И решила и под себя, и под маму купить цветок. Вот. Вот так. Мы сейчас едем домой. И все. Я как всегда тащу сумку. А Дима тащит мои босоножки и кеды, которые я тоже купила сегодня. В общем, шопинг удался. Дима покупает билет. Кванто бали, Дима? 6.15. Один. Все, завтра пошла. Мой каро. Мы шли домой и заметили такую типичную испанскую парковку. Без шансов. По звуку парковался, точно. Катька накрыла праздничный стол. Да, Катька?
Оп. Катька съела, праздничный стол. Надо пюрешка. Пюрешка. Из испанской картошки. Поэтому... у меня тапок такой грязный. У Кати грязный тапок. Липнет все к нему. Я даже что наступила, видно. Что-то уронила, и тебя же наступила. Класс. И на этой нотке мы будем прощаться на сегодня. Все, всем пока. Пока.